Привет, спасибо, что зашли, мне очень приятно. Сегодня хочу показать вам второй для меня выпуск от боксика с бижутерией. Точнее, это, наверное, мы это назовем конвертик с бижутерией от марки The Beige. Я об этом рассказывала, говорила, откуда у меня это появилось, зачем я это вам показываю. В итоге я получила второй конвертик. Напомню вам, что они мне предложили стать амбассадором, потому что у меня есть аккаунт в Инстаграм. Но я уверена, что это может сделать любая девушка, которая к ним обратится. И получать за 10 евро конвертик, в котором два украшения. Точнее, даже не 10 евро, а 9,90. Это, скорее всего, считается майский конвертик, потому что предыдущий, я помню точно, я его получала в апреле. Сейчас еще тоже апрель, но я уже получила вот второй конверт. Скорее всего, они просто, как и Блиссим, сделали быструю отправку. И будем считать это за майский выпуск. Что в этом конвертике? Давайте посмотрим. Так, обещанные два украшения вот в таких симпатичных мешочках. И, как обычно, открытка, на которой просто написано приветствие, спасибо, что ты с нами, спасибо, что ты нам доверяешь. Если тебе, мы надеемся, что тебе это все понравится. В общем, ну, такие обычные стандартные слова. Я видела, что иногда они присылают написанную от руки открытку, но в моем случае у меня дважды, и это просто вот напечатанные открытки, не написанные от руки. Давайте смотреть. Первый мешочек я открываю. Я вам говорила, что нам обещают ежемесячно одно колье и один браслет. Давайте посмотрим, что у меня в первом мешочке. В первом мешочке у меня вот такой браслетик золотистый. Мне кажется, в принципе, у них всегда бижутерия золотистая именно в боксах, то, что они присылают. Вот с таким колечком посередине и просто на обычной такой цепочке. И здесь застежка. Единственное, что хочу сказать, это на достаточно тонкое запястье. Вот так это будет выглядеть сейчас. Вот так это будет выглядеть на руке. Я не могу сейчас это себе сама застегнуть вот так быстро, в прямом эфире, как говорится. Поэтому покажу вам просто, как это выглядит на руке, но это не застегнуто. Ну, вполне симпатичный браслет, ничего такого прямо супер необычного. Симпатичное. Симпатично, когда особенно носишь его с несколькими другими браслетами, как я это обычно делаю. Вот. Первое средство – браслетик. Значит, второе должно быть колье. Сейчас проверим. Да, второе, видимо, это точно колье. Кстати, мне нравится. Правда, это, конечно, такая модель, которая достаточно известная от очень-очень дорогой марки Van Cleef & Arpels. Это у них, это их фирменный знак. Наверное, вы тоже это все узнаете. Ну, это, конечно, не один в один, но просто почему-то отсылка у меня сразу к Van Cleef & Arpels. У них они известны вот своим таким дизайном. Очень симпатично смотрится. Я это точно буду носить. Это значит такое у нас все позолоченное. У нас тут 24-каратное золото. Да. И в серединке у нас перламутровая вставочка. Мне нравится, вот это мне очень нравится колье, я его буду носить.
И тоже единственное хочу сказать, что оно не очень длинное. То есть, да, мне это все, я все могу спокойно застегнуть, но это будет не здесь, как бы, да, не на этом уровне, а это все будет, в принципе, ближе к шее. Примерно вот на этом уровне, если я застегну. Вот, мне на самом деле в этом месяце нравится. Мне в этом месяце понравилось и колье. И я считаю, в этот раз браслет более интересный, чем в прошлый раз. В прошлый раз он был каким-то совершенно обычным, без какой-либо изюминки. В этот раз, мне кажется, это более мило выглядит. И браслетик, и колье. Вот. Все, вот такая быстрая у нас с вами сегодня распаковка. И напомню, единственное, что эти боксики, будем называть их боксиками, хотя это конверты, на сайте у них стоят по 40 евро, что я считаю очень дорого. Но если вы к ним обращаетесь и предлагаете стать амбассадором, обещав, что вы будете показывать не распаковку, а сделав красивые фотографии в Инстаграм, Или просто отправив им красивые фотографии, чтобы они могли ее использовать в своих соцсетях, это можно получать за 9,90, что мне кажется просто великолепно за такую сумму. Так что, девочки, я думаю, не стесняйтесь, напишите им, вдруг у вас получится, и вас тоже возьмут, и будут вам также высылать такой конвертик. Мне кажется, я вам все, что могла, сегодня рассказала. Я оставлю в инфобоксе ссылку на этот сайт. Если вам интересно, зайдите, посмотрите. И встретимся с вами вот буквально вот-вот в ближайшие дни. У меня уже снято, у меня уже пришло опять куча боксов, у меня уже опять и прогулки по городу сняты. Так что подписывайтесь и заходите. Пока-пока!